Дорогие друзья, добрый день. Здравствуйте. Сегодня 31 декабря 2023 года. Блогер из Перми, сотрудник опальной КГБ Бессонов Алексей Борисович. Друзья мои, ну вот наступает праздник новый, 2024 год. Мы с вами вместе на канале даже уже не первое десятилетие. Спасибо огромное, что вы меня слушаете. Задаете вопросы, соглашаетесь, не соглашаетесь с моей позицией. И так далее. Я все равно вам очень благодарен, потому что, как правило, вы люди очень талантливые, образованные, кто слушает меня, потому что, ну, мой канал не развлекательный, достаточно сложный для праздного восприятия. Спасибо, что мы вместе постараюсь сделать максимально интересным, познавательным, ну, насколько мне этого удастся, мой канал. Спасибо, мы вместе. Еще раз вас с праздником. Самое главное, крепкого здоровья вам и вашим семьям. Пережить все это время. Остаться порядочными, добрыми, светлыми людьми. Потому что это самое главное. И на самом деле, оставаться человеком – это самое-самое сложное. Все остальное не так сложно. Спасибо, ваш Бессонов Алексей Борисович.